Все, сейчас если он даст подсрачника, я буду его убивать. Я даже прицелился на него. Нет, ну как он догадался, что это я? Ну как? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Якилька, Серега, Мерси, Фуфлик, FM Zoom, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет, омлетики, омлетики. Всем привет. Всем хай. У нас сегодня крутецкая рубрика, которую мы не записывали очень много времени. Рубрика называется «Угадай, какой аниматроник настоящий». Если опять укушите, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Кто не смотрел мои предыдущие ролики, расскажу вкратце правила, пока он нас ищет. Я наспамнил 70 аниматроников, и среди них есть настоящие люди, такие, как я сейчас хожу. И игрок, который сейчас нас ищет, это Васаби, должен ходить и под срачником бить аниматроников. И кто будет настоящий, он убьет с одного раза. И таким образом он найдет настоящего игрока. Я надеюсь, все поняли. Раз подсрачник. Да-да-да, и мы сделали сегодня новое правило. Если он бьет 5 подсрачников и не находит, мы его убиваем. И так будет постоянно, пока он не найдет. Чтобы было наказание, а то, смотрите, безнаказанно ходит. Серега, ты где? Я среди толпы 2 подсрачника. Так, Серега считает. Так, мне кажется, Серега меня обманывает, он точно не среди толпы. Ну а как он может тогда видеть, где ты? Дима, я еще помню, что видел, что Васаби какому-то аниматронику дал подсрачник, то есть это 3. Да, ну все правильно, все правильно. Кого первого найду? Подсрачник. Так, а он видит? Не было подсрачника вроде. Но зато сегодня будет, ребята, у нас весело, поэтому не забываем подписываться на канал, ставить лайкосики. Ролики выпускаем каждый день. Вот, к слову, если вы шифтуете, вы палите себя, ребят. Да-да-да-да-да. И мы сделали так, что в тех сериях мы могли убегать, в этой серии убегать нельзя. Убегать сможет только последний игрок выживший. То есть ему будет привилегия небольшая. Так, это 3 подсрачник был. Смотри, как он хорошо ищет, но никого найти не может. Это как-то резко сменил направление. Ну, на тебе подсрачник. 4 подсрачника. Так, отлично. Смотрите, смотрите, как он пытается найти кого-то. Я прямо возле него. Блин, если он сейчас меня ударит, я проиграю. Так, так, так. Может ты... Нет! Нет, ты да не... Ой, фух, слава богу. Че ты врёшь? Есть! Дай, может... Подпишись. Мочите его. Чё? Мочите его, ребят, бегите. Прицеп... Во, все. А нет, не убили. А убили? Нет. Убили не того, убили! Он убил. Вы убили аниматроника, надо убивать игрока! Все. Тот, кто сдох... Я не успел, Кэнди. Тот, кто сдох, берет камеру в руки и тоже подсрачников дает. Получается, что он нашел одного? Ну, за ним побежали, один это косячник. Так, ребята, кто не умеет убивать, не убивайте, вы не знаете, как это работает. А кого я убил? Ну вон бегает Бауди. Так я ник не вижу, Серег. Я, короче, знаешь, что понял? Что все игроки, наверное, не возле пиццерии стоят, а вот там возле стенки трутся. Я уже даже заметил. Я слышал, кто-то один подсрачник. Да-да-да-да-да. Сейчас я дам. Блин, зря я подсказал, что возле стены мы бегаем. Да что ты врешь, Дима? Да серьезно, видишь на ролике, я возле стены хожу. Серег, я тебя вижу. А как ты видишь Серегу? А, камеру в руки взял он, обязательно, смотрите, камеры взяли в руки? А это подсрачник, я вижу. 4 подсрачник там кто-то уже. Так, а может... Смотрите, на. 5 подсрачник. Все, мочите его. Серега, мочите, ты можешь его убить или нет? Блин, ну я спалюсь, если я убью, я спалюсь. Ко мне, идите, давайте. Готов. Блин, еще не так легко, ребята, и убивать. Но эта рубрика очень классная. Надеюсь, я в этом ролике не буду никого искать. Но если уже получится, то буду искать. А что делать? Так прикольно, когда они медленно ходят. Прям очень сложно, да, найти настоящего игрока? Да. Я еще поставил 71 аниматроник. Это просто жесть какая-то. Дима, ты им подсказку дал. Сейчас они считать будут. Все, сейчас если он даст подсрачника, я буду его убивать. Я даже прицелился на него.
что это я? Ну как? Ну как он догадался? А как тебе догадался? Воняло от меня? Да. Так, ну что, ребята, только сказал, что я не хочу искать, придется искать. Так, Сережечка, я знаю, что это ты, я тебя видел раньше. Нет, это не ты. Подумал. А нету ли кого-то на крыше? Нет. Ты думал, что в помещении кто-то? Нету на крыше. Да я там уже, Серега, что ты врешь? Я там уже нет. Они наигрывают, где нету. Дима, ты уже больше пяти. Я знаю, но вы ж меня не убиваете. Я буду быстро ходить и искать, ребята. Я прямо, знаете, иду и не пропускаю ни одного аниматроника. Специально, знаете, чтобы найти. А оно всегда попадает, пацаны, или бывает не попадает? Бывает попадает. Бывает не попадает, да? Вот я, Серега. Нет, не Серега. У Сереги жопа более мягче. От твоего подсрачника. Но у меня нога жесткая, башмак ДБЛ. Есть! Кого я убил? FM-зум, отлично, ребята, нам все больше и больше. Так, не забываем, что останется, кто последний, может убегать. Ну хотя, мне кажется, проще будет не убегать, а сливаться с толпой. Так будет тяжелее даже найти. Вот Серега, вот Серега. Просто смотрите, нет. Идем, раздаем подсрочник. Просто всех подряд бейте, да, ни одного не пропускайте. Вот это быстро. Это что, 70 аниматроников всего, нам все надо ударить, подумайте. Так, я видел, кто-то ушел резко. Ага, значит, это Серега. Вот Серега. Не, вот, вот Серега, по-любому это Серега. Ну, Серега, ну где ты? Ну, блин, это сложно найти. Короче, ребята, если вы поставите много лайков или поставите плюсик в комментариях, мы хотим, я в следующий раз поставлю 150 аниматроников. Серега! Серега! Он больше пяти поставил. О, блин, я случайно взял аниматроника. Стойте. Даже не шевелюсь специально. Сейчас мы аннулируемся. Так, сеттингс. Exit pill. И сразу камеру. Чтобы было все по-честному. Все, камера в руках. Так, значит, это был Серега, когда я на него бежал. Серега, это ты меня убил, когда я к тебе подбегал? Это ты был? Да. А какой у меня скин? У меня CJ скин. Да значит, это ты был. А где же тебе... Блин! Я тебя не убил? Где? Да блин, вот он. Вот он. Нет. Ах, вот он. Говно. Вот он. Блин, да где он? Меня уже убили. Убили, отлично, да. Серега. Надо было не мочить нас, а убегать просто далеко сразу. Не, а почему? А кто, кстати, остался? Давайте перекличку, кто остался? Я. Один ты, Фуфлик, и все? Да. Нет. Так нет, Фуфлик, тебя убивали уже. Че ты гонишь? Да. Не, Фуфлика не убивали. Я сейчас по логам чекну. Давай, вроде его не убивали. Дерьма, ищи их по нюху. Так подождите, если один Фуфлик остался, он может убегать. Да, пацаны, всех нашли? А Мерси нашли, подожди. Да, меня нашли. Ну все, Фуфлик, ты можешь убегать. Беги, Фуфлик, беги. Я его увидел, эту заразу. Где он? Ну привет, я уже тут. Давай, мочи его. Нагонишь ты меня. Так ты тоже вижу. Пацаны, мы его убьем, он очень медленный, бейте его. Эх, ты зараза же опасная. Да смотри, а чё? Блин, его не ударил, меня по жопе надавали. Так, даже я буду рядом посмотреть, как его убьют, потому что его и так убьют. Пуфлик, надо было все-таки тебе сливаться. Ты, блин, зараза говнястая. Это, блин, зараза, не могу попасть. Что? Иди сюда. Да вы задолбали. Я его должен ударить. Ну, чтобы кто-то один бежал и не мешал. Давайте, кто будет за ним мочить? Давайте один кто-то будет бежать и ударит его. Так. Извини, обстоятельства, да, Серега? Вы друг друга мочите. Короче, даже не буду подбегать, то меня тоже убьют. Два, Серега, подождите, не мешайте, пусть Серега ударит его. Дайте я, блин. Дайте, Серега его замочит. У Сереги нога крепкая, он уже костлявый у нас. А сейчас Серега... А смотри, что он делает? Ах ты хитрый морда. Обманывает. Я его пойду. Да, Дима, дай ему подсрачник. Блин, он дурит. Так, все, я не мешаю. Блин, мешаю. Ха-ха, я вижу. Не понял специально, как будто... Уйди, жирный. А я могу его убить. Так. Блин, ну классно убегают, мне нравится. Получается хорошо. Кстати, это, наверное, самая быстрая серия, когда мы друг друга понаходили все. Обычно мы дольше ищем. Надо было больше аниматроников ставить. Да мы его убить не можем, что такое? Не
него вообще точно 10 хп? У него 10 хп? Давайте возьмем оружие, да. Посмотрим. Да, у него 32 хп. Нет, не заражу. Все, Серега ему сделал точно 10 хп. Все, убил? Или нет? Нет, он Марсия, фуфлик живой. Вон он бегает до сих пор. Ну давай, фуфлик, надо наперед, на ходочку. Жопа морская, не могу его ударить. Так классно вы друг друга лупашите. Как мы его хотим ударить? Это битва под срачниками, кто кого. Хорошо, что мы взяли медленного аниматроника. Представьте, вы хотели быстрого взять. Представьте, что это... Блин, я не лезу специально, у меня осталось здесь... А, Серега всем 10 хп выдал. Дайте я его побью, пожалуйста. Да все друг друга бьют. Я по нему уже столько раз попал, и почему... Не, у него 10 хп, я вижу, у него 10. Ну, потому что он бежит, наверное, может. Ну, как-то по мне же попадают люди, когда я... Да я не знаю, может, надо, чтобы он остановился или ударить вниз как-то. Только стопьте его, стопьте. Может, у него стоп... стопбоксы? А может его... А как его стопить? Ну, перед ним это... Короче, если он еще, короче, давайте... Если он продержится еще минуту, то он победителем будет первого раунда. О, монтировка. Да, давайте. Не, ногой посрачь. Не, так нечестно. Кто монтировка его убьет? Все, давайте, минута пошла с этого момента. Ну ты хорош, я тебе говорю серьезно, ты хорош. Так, 10 секунд выживает. Я случайно скриншот сделал, ё-моё. Нет, как он убегает. Давайте, давайте, пацаны. Ну блин, так же хочется его ударить сильно, а не можем. Рептика карип. Так, сейчас будет полминуты уже. Металлическая жопа. Да блин, я не могу реально попасть, а так хочется. Так, все, если он сейчас победит, то он остановится, и мы его попробуем все-таки убить. Может, он не убивается? Куча аниматроников бегает. Не можем реально ударить. Ну все, ты победитель, можешь останавливаться. Остановись, мы тебя ударим, проверим, бьешься ты или нет. А ну после чем... У него 100 хп. Не, бью... Ну что, фуфлик у нас был победителем, поэтому он сейчас будет искать. Или, Серега, ты хочешь искать? Кто хочет искать? Давай я. Так, ребята, делаем чуть-чуть сложнее, добавим еще немножко аниматроников. Чтоб Сереге было сложнее нас найти. Берите аниматроников, я буду сейчас искать вас. Так, и давайте внутри еще поставим. Не, внутри не будем. Будем на улице. Ой. Все, 80 аниматроников, вы представляете? Это прям вообще жир. Так, заходим в Five Nights at Candy's. Серега, скажешь, когда будешь готовый. Только это, уйди пока, чтоб ты не видел, где кто. Все, я в пиццерии, не бойся никого. Не смотри. Так, все взяли аниматроников? Да, прописано в 10 хп. 3, 2, 1. Битва началась. Даже не битва, а поиски подсрачником. Ну мы убедили, что если аниматроник быстро бегает, его невозможно, в принципе, убить. Но ему повезло. Ты спалишь сильно. Ну, да. Так, Сережечка ищет. Там такая толпа, реально сложно понять, где кто. А я сейчас заберусь наверх и на голову заберусь. По головам будешь бить? Да. Давай. Потому что мне кажется, что кто-то о. Все-таки это... Настоящий аниматроник ко мне пришел. Да, Ампер. Как тебе дела? Хорошо. Дима, смотри, с крыши сейчас будет прикол. Джеронимо! Не, Серега, мне кажется, там никого нету. Еще 7 игроков, 6 игроков. Так что ты по-любому кого-то найдешь. Так, нет, не ты. Не ты. Не ты. Не ты. О! Кого убил? Кильку. Прошу. Блин, да... Да как ты меня убил, а я тебя? Блин, ты 5 раз просто ударил. Я хотел тебя убить. Да ладно, да что за фигня, но я сегодня в ролике. Хорошо, Серега, я тебе специально подался. Все, Серега, давай, мы быстрее всех найдем. Настроя уже. Аж пыль идет с живота, так бьют.
Будем по толпе здесь бить. Может, в толпе кто-то стоит все-таки. Так, ладно, здесь нет. Блин, я еще поставил куча... Ой, я в живот залез. Я еще поставил, блин, 80 штук. Это же будет сложнее намного найти. Да, Тим, спасибо, что себе увеличил задачу. Что? Так... Спасибо, что Сереге себе увеличил задачу. Я прям... Да, блин, я думал, я просто дальше буду выживать. Надо было мне лынь дать, фиг знает где. Так, нет. Ну это интересно получилось. Ты меня убил, я тебя убил. Так знаешь, это friendly fire, что это? Нет, не friendly fire, там был нокаут. Я даже не знаю. А как это называется, когда друг друга убивают? Мгновенная карма. Не, я думал, какое-то есть название этому, когда. А можно вообще в Counter-Strike друг друга убить одновременно? Да. Ну я должен кого-то найти по-любому. Так, получается, что трое ищу, четверо бегаю, да? Блин. Нашел. Нашли, да? Я нашел, да. Отлично, молодец. Вот это жесть, сколько надо ударить. У нас уже четверо, поэтому нас мы быстро найдем. Но я должен найти. Серега, я пытался тебя убить, а получается, что Кэндиса не убивают только в притирку или сдалека можно было убить? В притирку. А, поэтому я не мог тебя, я хотел сдалека тебя убить, но не получалось. Ты меня в притирку убил. Прикольно получилось. Я найду аниматроника Негодяевича. Ребята, в пиццерии тоже есть аниматроники, так что проверяйте их. Да. Я проверяю всех возле стенки, которые уходят. Мне кажется, по-любому здесь кто-то шкерится. Дима, вот игрок был. Нет, Дима, не бей. А это не ты. Ты дуришь меня специально. Вон он ходит, побежал к другому, Сиджей, вот и столба, вон. Ладно, надо уходить за угол. Ты так говоришь специально, чтобы я тебя не убил. Хотя да, вот ты ходишь. Да, нет, не бей, вот, Дим. Вот ты ходишь. А что за вот, бежишь? Вот остановился и пошел, я увидел. Да что, они ведут себя как настоящие люди. Дима, да я просто с винком зашел и игра. Так, блин, Серега, ну где они все? Они? В куче ищи их. Да, я вот иду. О, короче, давайте будем все-таки делать свои старые методики. Если находиться среди кучи обычных аниматроников, поди они попадут с винка. Попадут. Я физганом порастягиваю. Ну это же честно, Дима. Вот, по лавочке ходит, по-любому игрок. Че, они тоже по лавочке могут ходить? А, блин, у меня уже нога болит, башмаки уже повытирались об жопы аниматронические. Так, что-то мы долго, пацаны, ищем, какая-то фигня. Так, здесь вообще этой стороны вообще никого нету. Давайте по пиццерии походим, может кто-то здесь ныкается. Кого здесь нашли? Давайте перекличку, кого не нашли? Меня. У вас двое осталось, да? Суслик. А, да, получается. Двое. Так, кого сейчас убьют? Тот, кто останется последний, сможет все-таки гасать уже. Вот, настоящий игрок. Трудно на самом деле. Блин, ну сложно реально. Если бы я знал, что я так быстро умру, я бы не добавлял бы их. Ты просто не ожидал, что ты умрешь, да? Ну да, я думаю, буду долго ходить, блядь. А кто физганом продвигает? Вы же видите игрока этого настоящего. Блин, да реально сложно. Так, подожди, ну кого... Вот игрок. Вот игрок ходит по-любому. Дима, давай, найди уже кого-то. Серега, найдите. Да ну сложно, ты думаешь так легко? Я хочу остаться последним. А, ну это другое дело. Опа, я походу нашел, сейчас проверю. Давай. Нет, ты не настоящий. Только что видел Серегу. Я кого-то убил? Нет. Нет, то я чуть-чуть удалил. Я немножко облегчил нам задачу, я удалил 15 штук. Пойдем, удали всех, оставьте. А будет прикольно, нет, это будет неинтересно. Я немножко удалил, чтобы нам облегчить задачу, потому что очень сложно. Я все-таки пиццерию проверю. Я, Серега, там всех пробил. Может даже... Всех? Не, ну разве что кто-то забежал опять? Но там было два аниматроника, я их всех проверил. А я трех насчитывал. Да? Значит, удалил я уже там. Ну что, осталось вот совсем чуть-чуть их. Ну. Еще удаляем 10.
Они на моих глазах пропадают, убираешь моих братьев до дома и зачем? Не, я наоборот хочу облегчить нам. Осталось 50 штук. Только что троих мимо меня убрал. Мимо тебя? Сейчас буду нажимать Z, и ты удалишься. Не надо. Надо, надо, Феня, надо. Ну блин, ну уже ж смотрите, мы сколько удалили, да, и пробили, считай, всех, никого не нашли. А ну, я полечу на крышу, я с крыши там попробую. Стоит. Вот аниматроник настоящий на крыше, Серега! А убегать нельзя! Убегать нельзя, потому что вас двое! Ах ты жопа! Есть! Есть, кого я убил? Васаби! Ну что, кто остался у нас последний? Суслик. Суслик, можешь убегать? Я уже убегаю. Ну ты капец, дима. Так, все, пацаны. Летать, давайте сейчас... ищем его. Ищем, ищем. А где он? Он может он не будет убегать, а просто ходить? Он сзади пиццерии. Сзади пиццерии? А, на ходу, походу, не... Ну классно, я нашел аниматроника. Я догадался, думаю, ну по-любому где-то он шкерится. Он так и сделал, хитрый жук. Дим, у меня по плану, когда кто-то заходит, надо было сразу вниз прыгать, чтобы меня... Да, не... да, а что ты не сделал это так? Так потому что ты назаретел-то и сразу увидел. Так, я удаляю всех, чтобы не мешало, не мешали этот, его мочить. Все равно мы его уже нашли. Все? Нет, не все. Они себя убили. Так, остался один выживший. Мы его должны замочить. Давайте, даем ему 2 минуты. Если мы за 2 минуты его не убиваем, он выиграл. И ты мне выдашь роль? Да. Так, красавчик. Ребята, если вы хотите с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Ай-яй-яй-яй-яй. Это обстоятельства. Мы должны его убить, по-любому, пацаны. Просто убийство. Не, я возьму монтировку в руки, какая фиг разница. С монтировкой легче видеть, я прицел вижу. Что? Монтировкой. Так я не хотел мне монтировку взять в руки, но не убивать монтировкой. Короче, Серега так все это задрал, он думает, победила дружба. Нет, я побил, все, у меня же это осталось, я же один раунд выиграл, все. Нет. Так а Фуфлик что, живой остался? Да, 2 раунда. Да. Так подожди, я думал, мы его убили монтировкой. Так, Серега убил. Все, тебя убили. Ну все. Бегаю. Короче, у нас кто победил в этом ролике? Фуфлик. Дружба. Суслик. Не, Фуфлик выиграл. Давайте, ну по-честному, он победитель. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Серега, где взрыв? А вот взрыв. Все, все по красоте, все как всегда. Я понял.